Супермаркет уже был, улица уже была, был музей, и вот теперь в качестве декорации Карл Лагерфельд для показа коллекции «Шанель» избрал терминал аэропорта. Интерьер был воссоздан до деталей и подробностей. Девиз нынешнего дефиле «Только вперед», и месту действия отведена важная роль. Это мост между тем, как выглядели авиапутешествия раньше, и как они выглядят сегодня. Это воспоминания о будущем, это рефлексия и размышления. А еще это способ ощущать сегодняшний ритм жизни. Яркие цвета, использование полосок и, разумеется, цепочки, чаще всего крупные, но не традиционного золотистого оттенка, серебряного и никелевого, для соответствия заявленной теме и для создания гармонии с фюзеляжем авиалайнера. Дом Валентина, который сегодня представляют Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли, также отправился в путешествие, но не в пространстве, а во времени. К истокам цивилизации, по крайней мере, так заявили оба стилиста на своей страничке в Твиттере. Заявление было подтверждено показом и даже его звуковым сопровождением. Ритм отбивали на фольклорных африканских барабанах. А Кристоф Герме, напротив, вспомнил про Билли Холидей, посвятив свою коллекцию знаменитой диве джаза. Цветовая гамма состояла из пастельных оттенков. Длина почти всегда была макси, ткань почти все время шелковая тафта.